Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы играем Бэтмен, ну он такой комикс, как он называется там, не знаю. Голова пятая, город света, как видим, мы тут продолжения нет, поэтому тут, наверное, завершающая глава. Ну, они нифига они не короткие. Так что давайте посмотрим предыдущие, это что было у нас в предыдущих главах, так скажем, ранее в сериях. Вот так, вот так будет. В предыдущих эпизодах. Нет, ранее в сериях. Потому что это вроде как типа мультфильма, я не знаю. Я хочу сказать, понятно почему. Вот как так? Сказал пару слов, а там такая реплика большая. Зачем моему отцу убивать Вейлов? Я не говорил, что он убил Вейлов. Он ведь урождение Аркхема. Виктория Аркхем. Так куда ты направляешься? У меня есть какие-то дела, которые нужно уладить. Только я не помню, был ли это про Архам, он рассказывал или нет. Вот не помню. Чтоб это был, конечно, мой выбор, что я его спрашивал. Что ты наделал? Я уничтожил наркотики леди Аркхем. Но невинные люди, цена была невелика. Ты не помнишь, Бэтмен. Без меня Готэм... А ты не понимаешь, без меня Готэм обречен. Да хрен там, ты его убиваешь. Слава богу, что его наконец-то остановили. Отличная работа, Бэтмен. Дело еще не кончено. Я должен найти леди Аркхем, пока не поздно. Да, конечно. Брюс, к этому компьютеру подключена вся бэттехника. Если его отключить, вся техника выйдет из строя. Если пингвин его взломает, он получит полный контроль. Отрубаем, быстро. Игра адаптируется к выбору, который вы делаете. Сюжет меняется в соответствии с вашей манерой игры. Как я говорю, читать я, как сказать, вслух не успеваю, поэтому иной раз буду своими словами рассказывать, чтобы суть оставалась, так сказать, ближе к игре. Потому что игра основана, я не знаю, на комиксах реально, потому что ни в фильме, ни в книгах не было вот этого. Пингвин вообще выброшенный ребенок. Прошло 5 дней. Дети Аркхема захватили заложников. Высокопоставленные граждане Готэма, включая комиссара полиции Питера Гордона, который был захвачен, когда пытался им помешать. Повторяю, дети Аркхема захватили заложников. Что-то дохрена захватили. Продолжайте, господа. Босс говорит, пора привлечь внимание этой мыши. Нет, прошу. Ни хрена дрон человека поднимает спокойно. А мы еще ни хрена не придумали, а у них еще в то время было. Ну, по фильму, по фильму. Сбрасываем. Потому что Бэтмен был далеко. В каких-то там годах, каких 70-х. 80-х. Вижу Бэтмена, босс. Отлично. Так, давай, игра. Ага. На. Броней закрыли. На, попа. Не, я же в него попал. Так. Так, комиссар, в укрытие. Я не могу оставить этих людей. Так не оставляй, беги с ними. Ну вот вроде он бежать надумал. Так, это ловушка, Бэтмен. Это чем он? Электрической какой-то штукой дал по мне. Электромагнитной пушкой, что ли? Так, ну я уже сделал, я уже должен был вернуться или что? Так. А, вот я вынес эти мониторы, которые глаза светились. Давай, наваляем его там. Так, и это вышло из строя. Ой-ой-ой. Блин. Вот ничего себе, сказал я себе. Вот так вот Гордон и станет под этот начальником полиции. Вот этот тоже неплохой парень. Блин. Хреново. Вы должны их остановить. Да, конечно, должен. Спасите город.
Ой, да сколько раз я его спасал уже, ты бы знал. Там две части уже Бэтмена вышли. Комиссар, комиссар! Он умер. Да правильно, картечь в пузо, ни хрена там. Повезло, что вообще хотя бы что-то сказал. Там. Да и дроби бы хватило, тоже там вынесло бы нехило. Так что, так, что у нас? А, шрам на броне, ну. Да не работает она. Ну что ты разбрасываешь, а дети поднимут потом. Альфред. Альфред. Слава богу. Связь была отключена, я не знал, что происходило снаружи. Я всегда боюсь самого худшего. Как у тебя телефон-то заработает? Мне нужно вернуться. Вычислите следующий ход Фервина. Не могу допустить, чтобы он навредил. Ой-ой-ой. Ой, бежим. Так. Не пробивай. Пингвин усовершенствовал броню. Бэтмен, как всегда, впечатляющее. Потеря популярности пошла тебе на пользу. К чему ты клонишь? Это к тому, что твои силы на исходе. Ты даже не сможешь мне помешать пристрелить комиссара полиции. Без игрушек ты ноль. Просто сдайся моим людям. Так, думаю, ты боишься. Мне не нужны игрушки. Ты заплатишь за Грогана. Так, а мне не нужны игрушки. Давай вот так вот. Чтобы разобраться с таким, как ты. Ты уверен, Бэтмен? Мне кажется, помощь тебе не помешает. Та-та, Бэтмен. Та-та или пока. Та-та вроде. Ой, да ладно. Просто замри. Так. Поломал. Проклятие. Интересно знать, как ты там все. Давай. Если бы мне удалось его взломать, я доберусь до пингвина. Так. Давай сначала осмотреть. Поэтому он сделал так, совершенствование еще более смертоносен. Уэйн Тек. В руках пингвина это опасное оружие. Так, вот теперь вырвать. Так. Слушать. Почти поймал мыша. Он бы никогда. А теперь подключиться, давай подключимся. Anything? Есть что-нибудь? Устроил еще одну ловушку в парке Каблпот. В этот раз я использую весь арсенал против Бэтмена. Все, что есть. Нам, конечно, понадобится парочка интересных заложников. На асфальте бы осталось только мокрое пятно в форме летучей мыши. Вообще, по-моему, Джокер все этим управляет. Еще одна ловушка. Его человек использовал устройство, которое было настроено на мою броню. Если у Пингвина есть и другие такие устройства, Бэткостюм станет проблемой. Кстати, я думаю, что это леди Архэм управляет вообще Джокер из больницы. Он уже совсем плох. Он бы не защитил даже и от ножа, не говоря уже о новом арсенале Пингвина. Если Бэтмен не сможет подобраться к Пингвину, возможно, это удастся Брюсу Уэйну. Встретиться с Пингвином как Брюс? Без брони вы будете более уязвимы. Давай, я буду идеальным заложником, вот. Но вовсе не беспомощным. Пингвину нужны заложники, чтобы заманить Бэтмена. Брюс Уэйн будет идеальным заложником. Вы можете подобраться поближе и нанести удар, когда он не будет ожидать. К тому же я пойду не один. Свяжись с Гордоном. Передай ему наши файлы об Освальде Каблпоте. Скажите, что мы их накрыли, когда он взял мое кресло директора. А, что мы их нарыли, когда он взял. Он должен знать, что истинный убийца комиссара Грогана будет в парке Каблпот. Скажи ему, что с ним там встретится Брюс Уэйн. Хоть раз так, парк Каблпот, 7.15. Хоть раз в своем обличье пришел. Лейтенант, эти люди в опасности. Пингвин, Уэйн, назад. О, покрошили твоих людей-то. Сказал же, в опасности. И девчонку еще, блин. Выживи. Ранена. Мартинес. Я увидел какой-то передатчик. Спрятался за статуей.
Разойдитесь. Передатчик. Технологии Enterprise. Это кто-то управляет дронами. А, опять стрельба. Проклятие. Там еще мои люди остались. Уже нет. Я не позволю какому-то дешевому воришке убивать моих людей. Если уничтожить передатчик, Освальд не сможет управлять дронами. К нему не подобраться. Вы же слышали. Вам нужно его чем-то отвлечь. Я буду с ним говорить, а вы займите позиции. И как же ты сможешь это сделать? Так, Ос и я вместе выросли. Да, он не ждет, что это буду я. Так, меня Освальд вряд ли ожидает увидеть. Я могу это использовать. Это не представление, мистер Уэйн. Если ты просто туда войдешь, это ни черта не даст. Доверьтесь мне, лейтенант. Выведите этих людей живыми удастся только вывести. Только мне удастся. Это безумие, но у меня нет других вариантов. Я зайду сзади, если он меня увидит. Не увидит. Я удержу его внимание. Вы сможете сделать выстрел. Удерживайте периметр. Если он что-то заподозрит до того, как эти дроны будут здесь, нам конец. Я понимаю. Потому что я-то не пойму, при моем-то приуму. Чайный лаптем щи хлебаю, соображаешь, что к чему. Та же штука, которая испортила костюм. Хитрая ловушка, Освальд. Давай. О. Так, для движения используйте, ага. Тихо, тихо. Что? Не будешь ты в меня стрелять? Слишком легко и просто. Ты не сможешь насытить. Так. Свою кровожадность. А таташеньки тата. Вышла кошка за кота. Так, ох ты, воспоминания. Что-то этот сфингал, он все еще... Я ненавижу их, Брюс. Я так их всех ненавижу. Смеются из-за того, что моя мамочка... Потому что она в лечебнице Архэм. Эти хулиганы больше тебя не тронут. Только пусть посмеют. Я... Головка от барабана. Они говорят гадости о моей семье. Я им рожи разобью. Стой, Ос, прошу. Изобрази пингвина. Я им рожи нахрен разобью. Повторяй, я пингвин несу яйцо. Так что, очистил памятник. Как говорят уже... Так, эпизод 5. Пингвин захватил Уэйна в парке Каблпот. Освальд! Брюс, добро пожаловать! Мусора мне мешают Бэтмена заманить. Блин, у них нет слова мусора, у них коп. Это же Англия... Америка! У них нет слова от мента мусор. Но теперь здесь ты идеальная приманка. Вот на чем мы и рассчитывали. Не то, чтобы я был огорчен, но... Что же тебя сюда привело, а? Не видел, чтобы кто-то из Уэйнов рисковал шеей. Так, чтобы тебе остановить, я пришел поговорить. У тебя есть кое-что... А что у тебя есть мое? А, давай, мы же отвлекаем внимание. Ты хорошо, так, у тебя есть мои вещи, и я хочу ее вернуть. Моя вещь. Это что еще такое? Твоя компания? Твоя башня? Твоя драгоценная репутация? Я столько у тебя взял, что не знаю, с чего начать. Ах ты падла. И все же я так рад, что ты заглянул. Пока что явились только готэмские блюстители порядка. Они заплатили за то, что суют свой нос куда не надо. Удивительно, что Бэтмен еще не явился спасать тебя. Обычно он всегда в курсе событий. Так. У него... Он ближе, чем ты думаешь. Давай, вот так вот. Может быть, он ближе, чем ты думаешь. Ждет возможности нанести удар. О, если бы он был поблизости, мы бы знали. Я приготовил целое светозвуковое шоу к его прибытию.
И когда он появится, хо-хо-хо, свет, звук, кровь, льющаяся в канаву. Уберем его, и нас больше ничто, и нам больше ничто не помешает. Майор или леди Архэм, у нее большие планы насчет города. Ты веришь в ее чушь? Так, я знаю, кто она на самом деле. Она просто тебя использует. О, давай, она просто тебя использует. Леди Архэм doesn't care about you, Oz. Ну, он об этом знает. She's just using you. Она тебя использует. О, мы с ней пришли к взаимопониманию. Мне вся эта шумиха оказалась очень полезной. Еще недавно мы с тобой встречались в этом самом парке. Я выбираюсь из канавы. Ты свысока смотришь. Ты только взгляни на нас теперь. День и ночь. О, у него, смотрите, какое это... Я бы сказал очки, но очки это когда очки. А у него, смотрите, какое очко. У него есть очко, два очка. Так, брось все, пока ты на высоте. Я никогда на тебя свысока не смотрел. Ты самый обычный вор. Давай вот еще ему. Да, у него необычный, правда. Жалкий бандит, укравший мою жизнь. Так, я воспользовался представившейся возможностью. Это больше, чем тебе приходилось делать. Бэтмен! Ошибся. Черт! Где же он, черт возьми? Он же обычно так быстро появляется. Если только... Это не план такой, а? Ты с мышью работаешь. Ты что, за правду совсем один сюда пришел, Брюс? Боишься? А что, боишься Бэтмена? Боялся бы, если бы я бы не был так уверен, что удержу верх, как и всегда. Разумеется, ты и сам о себе можешь позаботиться. Невооруженного человека... Так, невооруженного человека ты уж точно бить умеешь. О, да. Понимаешь, наркотик только раскрывает истинные чувства. Так. Ты мне противен, Оскар. Так ты получил по заслугам. Я тебе расскажу, что я получу. Месть! И пора уже, черт возьми. Твой отец упек мою мамочку в психушку Архэм, чтобы украсть наше богатство. Он довел до самоубийства моего папочку. Мамочка, папочка, что за, блин, ты мужик или кто? Из-за воинов пропала вся моя семья, черт побери. Хватит! Пытаешься выдавить у меня слезу? Не хочу больше ждать. Будь проклят, Бэтмен! Ой-ой-ой-ой-ой. Хватит разговоров, друг мой. Выпускаю дрон. Так, твоя мать заслуженно попала в лечебницу. Так. А, это еще не все. Они превратят сбивших с тебя всех блюстителей. Мы не договорили, Освальд. Еще как все. Мы еще 20 лет назад все сделали. Так. Это... Так я и знал. Лейтенант! Надо было отвлекать дальше, там, давить про мамочку. Блин. Чтобы его вывести из себя. Хотя навряд ли он бы попал. Когда же ты сдохнешь? Давай, опа. Все, дроны вышли из-под контроля. Негодяй! Бам! Ой, вот эта штука, она по-любому тяжелая. А у него еще очки управляют. Всем вот этим. На! Подожди, а я же успел, игра кончена, щелкнуть, чтобы подавать. Я же успел нацелить эту штуку на него. Так что не надо мне тут. Ля-ля. Хопа! Мимо. Не успел. Тебе спину должен сломать этим бюстом. Брюс, ты негодяй. Чё, ломай ему очко. Тебе за много придется ответить. Мусора поганые, как вам такой ответ?
Да пни, пока он лежит. Так, смирись, надеюсь, в тюрьме тебе понравится. Прощай, Освальд. Причините ему боль. Нет, нет, он детективе не буду. Приятной отсидки, Кэббл Паус. Ты проведешь остаток жизни в тюрьме. Разъясните ему его права. Нет, он у него прав. Валите его, пока ведете. Он ваших корешей погубил. Я позабочусь о том, чтобы этого негодяя больше никогда не вышел на свободу. Вы прекрасно проявили, мистер Уэйн, себя. Готэм и полиция Готэма у вас в долгу. Так, и я это не ради благодарности сделал. Так, о, я не прочь выпить пиво. Давай, думаю, это можно. Думаешь, это все, леди Аркхем, преподнесут ваши головы на блюдечке? Он дело говорит. Мы только что взяли лучшего человека, леди Аркхем, и это не понравится. Не понравится. Не думал, что я это скажу, но... Господи, надеюсь, Бэтмен лучше нас знает, где она. Да, откуда? Так... Бэтмен. А чё оно так идёт? Чё, всё что ли? Нет, там же леди Аркхем надо схватить ещё. Ну, так что не надо заканчивать. Такой короткий пятый эпизод. Ну вот. Так, история чего-то там. Телекоммуникации, так скажем. Как ремонт продвигается? Отключение от сети не дало пингвину найти пещеру Бэтмена, но и наша система теперь в беспорядке. Бэткомпьютер еле работает, и что еще хуже, большинство моих устройств не работает. Нужно время, чтобы все наладить. Если наладить получится. Из-за этого отследить леди Аркхем будет немного сложнее. Вы доказали, что для оказания помощи городу вам нужны... броня, ну и всякие примочки. В итоге пингвина остановил Брюс Уэйн. Да. Капитан Гордон его остановил. Брюс, эти последние несколько недель меня беспокоит то, как они повлияли на вас. Да все нормально, Ал. Противостояние с Харви и Освальдом — вопрос считанных дней. Это не просто физическая нагрузка. Этим людям вы когда-то доверяли, а когда стало известно, что вы сделали из-за отца, вы должны были сильно разочароваться. Вы разочаровались в них. Так, ты меня никогда не подводил. Надежда у меня еще есть, мне друзья не... Так, вот. Во всех людях. Ты меня никогда не подводил, Альфред. Но это не так. Все, что случилось, я мог все это остановить. Если бы я что-нибудь сделал столько лет назад, во всем я виноват, во всем. Я сказал, что хочу прекратить работать на вашего отца. Но если бы мне хватило храбрости что-то сделать, ваша мать, она хотела, чтобы... хотела положить конец его преступлению. Если бы я ей помог... Если бы я остановил Томаса, этих ужасов бы не было. Леди Аркхем, Освальд. Давай, ты не виноват. Даже Харви. Я не виню тебя за то, что случилось, Ас. Ты сделал все возможное и в невозможной ситуации. И тем, кто я есть сегодня, сделал меня ты. Я. Thank you, Bruce. Спасибо, Брюс. Но наша работа не закончена. Дети Аркхема никуда не делись, как и леди Аркхем. И пингвина, и мэра Дента вывели из игры. Осталась только она. Надо выяснить, каким будет ее следующий шаг. Мы только знаем, что она отказалась от своего плана отравить город. Пингвина уже нет, а мой директорский доступ восстановлен. Теперь я могу входить в сеть Wayne Enterprises и увидеть, что именно делал Освальд, пока руководил.
Так он, может, на бумаге писал. Если это сопоставить со всеми данными, может, нам удастся выяснить, каким будет следующий ход леди Аркхам. Так, а куда нам? Ну, давай. Черт возьми, все еще не в сети. Ладно. Нужно сделать так, чтобы все снова заработало. Так. Новости Готэма. Черт возьми, не удается подключиться к новостям. Но мы по порядочку уведем, потому что узнаем, что сюда надо, так. Давай. Блин, там не прочитал. Вики Вейл, 30 с лишним лет, репортер Готэм Газет. А вот то, что нет в официальном архиве, ее настоящее имя Виктория Аркхам. У нее, смотрите, у него голограмма есть, как у Звездных Войн. Это пипец. Полноценная. Подумать только, она была здесь, в особняке. Тогда она никак не выдала свой истинный характер. Для отмены щелкнуть правой кнопкой мыши. Нет, мы сначала посмотрим. Так, прочесть. Архов, так вот он газет написал, написанных Вики Вейл, статьи. Эта запись не завершена. Вы правы, между записями есть явные пропуски. И все же, похоже, она так и не уволилась из Готэм газет, так что она... Что же она делала в то время? Эту запись изменить непросто. Если мы посмотрим, что планировал Освальд, то сможем по-новому взглянуть на дело. Так, это что, дети Аркхэма? Дети Аркхэма. Их символ появился гораздо раньше, чем они начали свою террористическую деятельность. Они образовались, чтобы добиться справедливости для тех, кому навредили. Но послание никто не слушал, пока не нашли лидера, который Готэм не мог игнорировать. Ну и... Вот она. Вики использовала эту личность, чтобы завершить свой извращенный крестовый поход. Ее маска внушает страх. Напоминает Бэтмена. Мне просто надо ее найти. Так. Ну давай. Все, мы с ней вроде как посмотрели на нее. И спереди, и сзаду. Так, и теперь вот сюда, ваше полномочие администратора, также ваша должность директора должно быть уже восстановлены. Посмотрим, что делал Освальд, сидя в моем кресле. Выполняется вход. Пункт финансовый отчет, записи недвижимости. Чувство юмора мастера Каблпота не сильно изменилось с тех пор, как вы были детьми. Посмотрим-ка, что он делал. Блин. Недвижимость. Освальд хотел купить остров? А зачем же? Видимо, он использовал свою вновь приобретенную власть над архивами карты Фалькона, чтобы сделать это место достопримечательностью для туристов. Он хотел его назвать Остров Фалькона. Ну да. Денег зарубать на туристах. Надо выяснить, каким будет следующий ход леди Аркхам. Конечно. Так, куда? Пингвин проник в систему видеонаблюдения по всему Готэму за любым зданием, где есть охранные системы Уэйн-Тех, можно было шпионить. И что это такое, если не черный ход в сеть Уэйн, который он обнаружил? Так и есть. Если только... Стоп. Охрана. Он на финансовый отчет сначала. Да, уж Освальд мои деньги не слишком экономил. Похоже, вам нужно вернуть несколько лет. Теперь ясно и то, откуда у детей Аркхама взялись, казалось бы, нескончаемые запасы оружия. Освальд вооружал их на деньги Уэйнов. Тварь. Мы террористов не поддерживаем. Через сеть Уэйн Освальд внес несколько изменений в официальный архив. Так. А Брюс. Освальд и мои данные изменил. Получается, вы получили диплом по социологии? И мои медицинские карты. Есть несколько калорийных болезней. Неприятно, но и исправить несложно. Так-то лучше. Так.
Освальд. Освальд удалил все записи о своих правонарушениях. Неудивительно. Его личность полностью сфабрикована. Он поступил в Кембридж нелепо для системы образования. Слишком большой запрос нахрен, чтоб... Вот, спокойствие, Альфред. Уверен, сейчас совет понимает, что имел место обман. Так, и остается Виктория Вейл. Вот что-то на нее накопал. Не осталось ни одного упоминания о ее настоящего имени. Виктория Архэм. Это что? Также он кое-что удалил из исследований Вики в Готэм Газет. Не могу сказать, что отсюда удалили, но Вейнтех оставляет след при изменении данных. Его можно расшифровать, бэткомпьютер. Что же хотел скрыть мисс Вейл? Что можно скрыть? Что хотела, то и скрыла. Так. Записи. Посмотрим, что это такое. А, это вот наши записи. Что у нас тут? На эти схемы не просто смотрели. Отсюда можно обращаться к любому зданию, где есть охранная система Вейнтех, и удаленно ими управлять. Ну да. Если Освальд был исполнителем, то Вики организатором. Посмотрим ее досье. Она оставила следы, по которым можно понять, зачем она использовала доступ Освальда. Так. Куда-то тут, что надо тыкать-то? Еще разок смотрим. Мы знаем, как Освальд изменил данные Вики, и теперь бэткомпьютер сможет. Вот, неясно и не осталось. Давай. По порядочку, вот сверху вниз. Она изучала пациентов лечебницы Архэм, посматривала архивы, даты поступления, истории болезни. Хотела выяснить, кто на самом деле болен, а кого направили по воле Хила Фалькона и моего отца. Понятно. Ну, вроде как неплохие намерения-то первоначально, пока крыша не поехала. Глубоко копала городской архив, вот там запросы по закону о свободе и сфере информации, сообщения на форумах, теориях заговора, и все для того, чтобы найти вот список зданий в Готэме, где используется охранная система Вейнтех. Цели. Мэрия, лечебница Архэм, штаб полиции Готэма, первый национальный банк Готэма, почти все достопримечательности города. Кое-что нашлось. Вики хочет обойти систему безопасности одного из важных систем Готэма, но не имеет своего человека в Wayne Enterprises. Она не может удаленно открыть эту дверь. Ей придется самой ручки пачкать. А когда она начнет действовать, мы ее найдем. Брюс, вы здесь? Это срочно. Украли один из прототипов снаряжения Бет. Это леди Архэм Сити. Не совсем. Передаю вам данные. Женщина-кошка, она у вас что-то украла, после того, как мы перед ней двери открыли, после всего этого вы двое, Альфред. Я знаю, Брюс, но зачем ей это делать? Она настолько бессердечна? Да, надеюсь, она у нее свои причины. Наверное, у нее свои причины. Несомненно. Устройство, которое она украла, это... Протопоезд, правильно? Электронная отмычка. Позволяет обойти любую охранную систему производства Вейнтех. В руках мисс Хайл этот ключ лишен... слишком опасен. Ну, она же воровка, да еще ключ, который может открывать все. Смотрите, чтобы люди Архэма не были на свободе. Подавай машину, Альфред. Я несколько вопросов Селине задам. Блин, вот что за постановка речи? Задам несколько вопросов Селине. Они, блин... Может, он и правильно сказал. В русский там, если переводить, то без разницы как. Ну, звучит-то по-идиотски. Я пойду в школу пойду я, это не важно. Смысл
передам. Вот такие вот они передасты. Вот она приехала. Красавица. Черт. Hey, Bruce. Слушай, Брюс, я тебя не ждала. Я знаю. Я думала, что смогу хотя бы выбраться из города. Так, я... Не похоже, что ты удивлена. Давай, вот. Мой план явно требует корректировки. Хотела меня видеть, могла бы просто позвонить. Зачем? Охота гораздо интереснее. Но знаю, ты здесь не ради меня. Верно? Я не виню тебя за то, что ты хочешь его вернуть. Я удивлена, что такая игрушка была у тебя. Без сомнения, Бэтмен сумел бы ее использовать на благо великого Готэма, но еще интереснее использовать ее для более приземленных задач. Нет, нельзя. А-та-та. Как интересно. Почему я должна его отдавать? Такой потенциал. Он может попасть не в те руки. Нет. Я в тебя верю. Вору твоего класса не нужно такое устройство. Польза от него сомнительная. И это говорит тот, у кого на поясе целый арсенал. Ну? Хотя я бы тебе оставил его. Лови! Я знаю, что ты просто здесь, но ты прав. Мне костыль не нужен. Да, здесь я из-за тебя. Делай вид, что ты не делай, что ты не впечатлен. С большими планами по-разному выходит. Этот удался. Пробраться в лабораторию Wayne Tech было гораздо сложнее, чем какой-то сейф выкрасть. Мне приходится сходиться с людьми. Твой друг Харви, бедняга, ужасно хотел краха. После этого я очень быстро познакомился с его лучшим другом, великим Брюсом Уэйном. Но мы это и так знаем. Только представь мое удивление, когда богатенький Кутила оказался Бэтменом, бичом Готэма. Так. Не стоило тебе верить. Так. Блин, даже не знаю, что тебе ответить на вопрос. От варианта ответа нет такого. Так, это было... Это все было настоящее? Ну, давай. Так, это все было настоящее? Все, что мы делали вместе? Все ложь? С этого все началось. А теперь все кончилось. Ни хрена не кончилось. Я уношу отсюда ноги, пока добыча хороша. Готэм — это горящий дом, и я не хочу в нем сгореть. Будет у тебя мозги, ты бы тоже отсюда тоже убрался. Этот город ненавидит тебя и всю твою семью. Оставь это все. Сделай что-то более значимое. Ты ведь столько всего умеешь. Деньги тебе не нужны. Давай. Но подумай об удовольствии. Может, когда-нибудь я смогу покинуть Готэм. Но сейчас спасти этот город могу только я. Благородство, как скромно. Ну, такое вот. Расставание пойдет нам на пользу. В конце концов, посмотри, что случилось с Харви. Рано или поздно я бы точно одно из твоих правил нарушила. Разве нет? А я уже давно махнула рукой на правила. Если бы ты сделала то же самое, то да. Когда не пишешь тебе, вот, ты знаешь, как... Ты не зайдешь так далеко. Селина, я бы никогда не пришел тебе боль. Брюс, я... Как мило. Но мы подошли к сути проблемы, так ведь? Тебе не нравится, что я ухожу? Конечно нет. Что скажешь? Мы только раз переспали. Что это теперь уже серьезное отношение? Но почему бы нет? Ты так думаешь? Так. Ну давай. Может, тебе это и было важно, но наши отношения важны для меня. Ох, Брюс, не знала, что ты такой чувствительный. А вот знай, хватит играть, Селина, хватит делать вид, что ничего не имеет значения. Послушай, Брюс, признаю, то, что у нас было, это было не ужасно.
Это было замечательно. Это было очередным заданием, более интригующим, чем я ожидала, но всего лишь заданием. Вот так вот. Я всего лишь задание, чья-то шутка. Это задание уже выполнено, больше нас ничего не связывает. Все просто. Я не хороший человек, я уже точно не героиня и не хочу ей быть. Я воровка. Только и всего. Ну ничего страшного. Я это тебе с самого начала говорил. Я никогда никем не притворялся. Ты права. Ты воровка. И только. Рада, что наши мнения совпадают. Ну из всего этого выйдет кое-что хорошее. Теперь я знаю, что была права. Конечно. Ты и правда такой, как все. Жду не дождусь, когда смогу. Так. Еще увидимся. Давай. Ну и хрен с тобой. Катись. С сосиской. Игра с лофтом. Люциус, ключ у меня. Погоди, на связи, Альфред. Брюс, леди Архем, она здесь. Я их не впускал, но она... Альфред? Вот за него-то, да. Ну-ка, верните мне дворецкого, быстро. Альфред! Давай. Люциус, это Брюс. Его нет. Черт возьми. Я собираюсь поискать улики. Скажите, чем я могу вам помочь? Как можно скорее приезжать сюда? Уже еду. Брюс, мы должны его найти. Знаю. Надо сосредоточиться, надо понять, что здесь произошло. Что же с тобой случилось, Альф? Альф. Третья планета от Солнца, по-моему, нет? Называется, или как? Так, подожди. Кресло. Давай, осмотрю мебель. Мебель раскидана по сторонам из одного места. Так, камин. Повсюду зола. Так, кровь. Да что они сделали с Альфредом? Так, трещина в стене. Об эту стену ударилось что-то большое. Или кто-то. Блин. Так. Вазу разбили с места, так, ага. Дерущиеся перевернули все вверх дном. Бильярдный кей использован в качестве оружия. При ударе он сломался пополам. Давай. Судя по форме брызг крови, удар был очень сильным. Давай, связываем. Этот кей Альфред держал, так. Он сломал его об голову нападавшего. Когда это не помогло, он стал тыкать противника острым концом обломка и залил весь стол кровью. Замечательно. Так, здесь я не могу сюда пройти дальше. Да стой. Осмотреть. Потертость. Интересно, что могло сделать такое? Давай связываем. Через кабин пришел, как Санта-Клаус, или что? Не вижу здесь связи. Но я тоже подумал, что не очень-то. Ну-ка. Что получается? No. Нет. Да мне не залу, значит, надо. Мне надо... Блин. Ага. А вот это, подожди, она была...
здесь нету, нету, не с чем связать. Давай связываем. Видимо, леди Аркхам пыталась остановить Альфреда выстрелом из своего посоха. Блин. Что у меня еще тут остается? Замок полностью сломан. Видимо, Альфред заблокировался здесь. Но они все равно проникли внутрь. Конечно, проникли. Вау, ни хрена себе кочерга. А я ее сперва-то и не заметил. Вот она-то и пойдет у нас к камину. Это как такое могло случиться? Как же, черт возьми? Вот мне тоже вопрос, как? Давай, вот ты вот. Смотрим, как ты хотел защититься, Альфред. Снизу кидал. Альфред пытался отогнать леди Аркхам, ходив кочергу из камина. Но та отбила ее в сторону. Я знаю, что произошло. Леди Аркхам вломились в дом. Альфред забаррикадировался в бильярдной. Он лишь успел сходить и, чтобы им защититься. Тут леди Аркхам выстрелом выбила дверь. Он сломал об голову какой-то нападавший. Так, потом пытался вырваться, нанес еще удар. Еще один противник бросился на Альфреда и сбил в вазу. Альфред почти сумел спастись. К тому моменту леди Аркхам уже вошла в кабинет. Она выстрелила из своего посоха, сметя с места всю мебель. Его швырнули об стену возле камина, и, пытаясь защититься, Альфред схватил первое, что попалось ему под руку, это была кочерга. Кинул в леди Аркхам, та отразила атаку, и кочерга прилетела в стену и застряла. Это уж какой силы у него было, что одно, что у другого. На плаще тоже кровь. Сюда его ударили лицом. Блин, бедный дворецкий. Постой. Эта картина не отсюда. Давай. Леди Аркхам хотела что-то мне показать. Ну давай смотрим. Альфред. Альфред. Ой-ой-ой-ой-ой. А и это сделал просто дворецкий. Пароль вычисления. Ты не представляешь. Columbia Pictures не представляет, как Бэтмену хреново бывает. Чё, так она у нас, что ли? А, нет, это я. Брюс Уэйн. Лучше бы ты в дурдоме гнил. А теперь твой дворецкий, тот, кто вырастил тебя как собственного сына, пострадает вместо тебя. Но не волнуйся, со временем ты получишь его обратно. По кусочкам. Эх ты, тварь. Альфред. Альфред. Oh, боже мой. Альфред расплачивается за то, что сделала моя семья. Я за это в ответе. Ладно, тогда за работу. Давай, вычисляй, где он? Альфред все поправляет свои очки. Отражение. Он стесняется, он старается сделать так, чтобы я увидел отражение в его очках. Он знает, что бэткомпьютер может по нескольким углам отражения воссоздать комнату, в которой он находится. Хороший компьютер. А я могу увидеть виртуальное изображение с помощью маски. Хорошая идея, Альфред. Давай. Черт возьми, не удается подключиться к новостям. Ну, к маске тогда подключаемся. Ладно, Люциус, сделай стоп кадр первого изображения. Дай нам картинку. Вот так. Ага. Так, первое, что смотрим? Изучить дитя Аркхама. Так, ранен. Должно быть, это орудие из бандитов, одно из которого Альфред отхреначил. Лестница ведет наверх. Цементные стены. Мы в подвале. Альфред смотрит на вещи, которые могут подсказать нам его местонахождение.
Камера профессионального уровня, вероятно, из офиса Газет. Кажется, мы увидели все, что было в этом кадре. Пойдем к следующему сигналу, Альфред. Сделаем. Кажется, здесь больше ничего нет. Продолжим поиски. Так. Вот, что-то мы нашли. Сантехника Роджерса. Эта компания обслуживает водонагреватель. Я могу зайти в их записи и найти адрес клиентов. Хорошо, сэр. Но еще нужно чуть-чуть информации. Здесь еще больше что-то есть. Давай. Леди Архам. Продолжай поиск. Во. Масонская печать. Вроде только одна масонская ложа. Братство каменщиков Готэма. Готэм Сити. Так, дом был построен ими в 1945 году. Ценная информация. Переходим к следующему сигналу, Альфред. Сделаем. Вот здесь в окошке что-то, окно. Окно в подвал. Что это снаружи? Секунду. Они рядом с остановкой. Вот так. Думаю, у нас достаточно данных, чтобы точно установить место. Будем надеяться. А мы идем. Что, мне вертеть ее надо? Так, подвалы. Так, отбирают все дома построены. Так. Автобусные остановки. Уменьшаем радиус. Тем не менее, это поможет установить район. Так, журнал ремонта. Вот все дома, в которых водонагреватели обслуживает данная компания. Так, и подвалы. Что, немного же осталось? Три штуки, которые мы видим. Ты не поверишь. Что такое? Леди Архам все еще в доме Вейл, где она убила приемных родителей. Судя по записям, там есть подвал. Мы знаем, где Альфред, но благодаря пингвину у меня нет игрушек. Вообще. Зато есть броня, один из ранних прототипов под костюма. У маски минимальная функциональность, но в остальном... К сожалению, она может только скрыть твою внешность. Ну ничего страшного. Одеваем. Good call. Thank you, Lucius. Спасибо, Люциус. Выглядит, конечно, без наворотов, но они все равно испугают преступников до потери пульса. Не сомневаюсь. Сегодня это закончится. Да я уж надеюсь, блин, ни хрена, пятый эпизод за раз выдан. Дом Вейлов. Ну правильно, где искать не будут. Когда выходит человек из тюрьмы и ищет кого-то, где ему лучше спрятаться? Где? В тюрьме. Потому что... Того же нет уже в тюрьме. Так что, так, давай спускаемся в подвал. Для движения используйте, ага. Хопа, мимо. Все в порядке. Неплохо, неплохо. Она хотела, чтобы мы сюда пришли. Тут никого нет, Альфреда не видно. Черт возьми, на стенах следы крови. Посмотрим, что здесь отыщется. Я на связи. Мне кажется, там просто были декорации, чтобы такой же воссоздали. Кровь еще не свернулась, значит, мы не слишком далеко от них. Альфреда держали здесь. Здесь его избивали. Так, что-то много крови-то.
В крови отпечаток ботинка. Солдаты Леди Аркхэм тащили его по полу. Следы обрываются у стены вообще-то. Он уходит под нее. Похоже, этот подвал не то, чем кажется на первый взгляд. Посмотрим ближе. Давай. Что же, выясним, что именно скрывали Вейлы. Тут небольшая комната. И куда-то еще ниже идет. В полу есть дыра. Веревочная лестница. Без посторонней помощи туда не, оттуда не выбраться. Так. Потянуть или откинуть? Давай, войти. Вхожу. Вроде как... Что, кто-то кричит или что? Здесь ее держали, здесь вот она умом-то тронулась. Ребенок, когда она была ребенком, прикованная, он, вон сколько ремней. Господи, вот почему она пряжка-то его захреначила. Они ее породили, из нее монстра сделали. Брюс, что там? Вы нашли Альфреда? Нет. Что-то вроде пыточной камеры. Кандалы, ремни, кровь. Кандалы, ремни, кровь. Что? Вики. Ее держали здесь. В заперти. Кто бы мог так поступить со своим ребенком? Я начинаю понимать. Что здесь можно понять? Почему она убила Вейлов? В чем источник ее злобы? Почему она убила Вейлов? Умышленное калечение ребенка. Вот почему она убила Вейлов. Над ней издевались. Я не говорю, что она поступила правильно, но не могу себе представить, через что она прошла. Возможно, здесь страдали не только приемные дети Вейлов. Я попал в эту дыру, идя по следу крови Альфреда. Будь только у него малейшая возможность, он бы оставил мне подсказку. А тут очки. Очки были. Здесь кровь более свежая. Должно быть, это кровь Альфреда. Ремень. Он весь покрыт кровью. Кошмар. Кандалы. На них кровь. Старая и новая. Вики делала с Альфредом то, что делали с ней. Так, как царапины, измазаны следы когтей. Кто-то пытался отсюда вылезти. Альфред? Нет. Так, вот очки Альфреда. Я даже не хочу слушать, что здесь с ребенком делали. Блин, так противно. Очки Альфреда. В Биошок мы спасали детей. Как сказать, делали себе хуже, делали меньше себе всякого опыта. Но спасали. А здесь, блин, над ребенком, господи. Здесь есть рисунки. Вики должна быть обращена. Так. Здесь мел не такой, как везде. Он новее. Давай, ищи мел. Один отдельно от остальных. Голубой. Он такого же цвета, что и моя техника. Едва ли это совпадение. Может. Так, рисунок справа, смотри. Вот это. Некоторые слова выделены. Она хочет освободить. Фигуры бегут от чего-то. Что ты хочешь освободить? Это лечебница Аркхэм? Так, ты хочешь психов выпустить? Ну, смотрим, что она. Альфред оставил мне еще одну подсказку. Давай.
Вот то, что он хотел, чтобы я нашел. Увидел. Самый свежий рисунок. Он что-то добавил к старому изображению лечебницы Аркхэм. Нарисовал людей перед воротами. Как будто они оттуда выбегают. Выделенные слова. Она хочет и освободить. Она хочет освободить. Не понимаю, как это связано с Альфредом. Похищение Альфреда было для нее лишь... Основная задача, она использует Wayne Enterprise, чтобы получить доступ к зданию, где установлены системы безопасности Wayne Tech, в их числе лечебница Arkham. Она собирается перед дверью выпустить пациентов, и она связала с собой Альфреда. Вызови Гордона. Уже. Ладно, Arkham ждет нас. Мы не застанем ее. Мы заставим ее врасплох. Ага, раз достанем. Камера вам нахрен. Скорее всего, кукла за нами следила. У нее он человеческий глаз. Это как чей там глаз был. Квартира Селины. Что-то не понимаю. Квартира Селины. Причем квартира Селины, когда лечебница Arkham. Что-то как-то не то наговаривают. Все в порядке? Санитары окружены. Значит, это последний. Дети Arkham захватили лечебницу. Лейтенант Гордон сказал, что полиция уже едет. Он сам ведет группу. Если найдешь Альфреда, может, ему удастся вывести, пока не началась заварушка. Почти готово. Передай-ка. Понял, идем. Действуйте, я займусь. Так, надо устранять их по одному. Сверху спустись, все-таки его подтяни. На. Ждала меня. Это конец, Викки. Говори, где Альфред? Дворецкий? Брюс Уэйн платит летучие мыши. Отвечай. Где он? Неважно. Он скоро умрет. Так, его смерть ничего не даст. Так, еще один труп в семье Брюс Уэйн. Убийство Альфреда ничего не решит. Но преподаст урок Брюсу Уэйну. Урок, который запомнит и он, и весь Готэм. Они больше не станут делать вид, что ничего не видели. Когда Готэм откроет глаза на происходящее с тобой, Вики, не стоит заниматься психоанализом, Бэтмен. Ты понятия не имеешь, что мне ради этого пришлось сделать. Так, я слишком далеко зашла, чтобы отступить сейчас, так и знаю, что с тобой издевались. Тебя мучили и держали в заперти люди, которые должны были тебя любить. Не знаю, как ты выжила. Хочешь знать, как я выжила? Я выжила. Потому что каждую ночь я в мечтах представляла, как им отомщу. И этому безденежному городу, безнадежному. Твое имя закончится так, подожди. Бам! Ну ладно, хоть успел что-то сделать. Вики! Вики! Ты ничего не сделаешь, Бэтмен. Вы недооцениваете настоящих детей Аркхэма. Эти души сидели за решеткой. Откройте двери. Ну там же действительно есть уморешенный. Arkham, слушайте меня. Вы свободны. Ваше мнение мешает... Вашей свободе мешает только Бэтмен. Он мне сказал сидеть здесь. И мне. Пустите меня. Это он сумасшедший. Ой-ой-ой. Да. Думали, я слабак. А вот ошиблись. А ты сиди там. Трус. Валяй. Наваляем. Вверх, вниз. Люлей раздай. Папа. На.
Бэтмен! Охрана системы полностью отключена. Охрана системы. Все пациенты на свободе. Лидер детей Аркхема. Видел ее? Они пошли. И пальцем ткнул. Как невежливо тыкать пальцем. Где культура у тебя? А здесь вот беззаконие и бескультурие. Между собой драться не надо, не надо. Отношения выясняют, ребята. Кто-то закон соблюдет, а кто-то отношения выясняет. Ты никуда не денешься, Викки. Че, анализ провожу? Ни хрена, у меня как... На. Здесь я все сделал. Так. Связать с... Еще миской по башке. На. 1-3, что там, блин? Подсудимый или кто там? Осужденный. Ой-ой-ой. Вот сейчас вот тебе эти шокером-то и прилетит, наверное. Водятлу. И как я вот это должен связать? Если ты даже не представляешь, на что она способна. Так. 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 И забрали. По зубам. Беги, деточка, беги. Ой-ой-ой, еще там столы-то сделаны. Бум. Что так плохо маску-то цепляешь? Не спеши, Зас. Все по плану. Тихо, 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 не спеши, дорогуша. Сколько лет, сколько зим? Ты умрешь. На. Еще разок. Так. Блин, очень воодушевляет. Какое удовольствие лично наблюдать тебя в деле. Господи. Так. Мы окружим остальных пациентов. Какая вот умная зеленая башка. Сразу кофеек взяла и пьет. Единственный, кто люлей не получит. Ты останови, леди Аркхем. Конечно. Кто же еще, кроме меня, ее остановит-то? Так. А, вот он. Ну давай, он сейчас на меня сзади нападет. There's no way out now. Но уже выхода нет. Бэтмен здесь все по-другому. Все те люди, которые Томас Уэйн заключил в этом месте против их воли. Они готовы через стены. Их призраки восстали. Они знают дорогу. Сейчас я не могу помочь этим людям, но я могу помочь Альфреду Пеннитроу. Отведи меня к нему. Да, пожалуйста. Что у тебя за посох такой? Что он слишком у тебя разрушительный какой-то? Падают, падают, падают листья. Ой. А, ты же летаешь, точно, на энергетических ботинках. Жулик. Леди Аркхем, жулик. Мы раскусили ее мошенство. Вики.
репетировала смех. Так. Ты уже проиграла, Вики. Выходи и сдавайся. Как проиграла, если она у меня ее в руках нету? Как я могу это говорить? Тем более, я вон дышу через раз. То ли пневмония, то ли туберкулез. Дворецкий должен умереть, Бэтмен. Нахрена? Расплата за грехи Томаса Уэйна. Он забыл у меня... Он забрал у меня семью, поэтому я заберу его сына. Если ты и вправду хочешь спасти Дворецкого, приведи мне Брюса Уэйна. Если кто-то и сможет его найти, то это ты. Так. Зачем мне тебе верить? Так, он, вероятно, у крыши за 12 дюймовой толщиной стенки и 100 телохранителей. Почему я должен верить тебе на слово? Потому что я сняла маску, Бэтмен. Не стану лгать. Да хрен там. Но ты так не делаешь ради одного... Не сделаешь ради одного старика. Конечно нет. Я же Бэтмен. Я прячу свою личность. Опа! Это что за ловушка такая? Когда ты успел установить? Вики, хватит в игры играть. Для меня это не игра. Знаешь, Бэтмен, я просто не принимаю. Не понимаю, почему ты со мной борешься? Я много сделал для Готэма. Фалькона и Хилл заслужили смерть. Если на то пошло, я тебе оказала услугу. Мы сражались на одной стороне, Бэтмен. Разве ты этого не понимаешь? Давай, не надо. Мы хотим одного и того же. Хотим-то и одного и того же, но разными путями идем. Я спасаю жизни. Ты их губишь. И хладнокровный убийца. Разве тебе здесь не место? Ты не должен его защищать. Думаешь, Брюс Уэйн лучше твоего отца? Ой, своего отца. Так, для движения используйте. Так, он прячется за своим пожилым и... за своим положением и богатством. Блин, прочтешь. Он трус, представляющий другим разгребать его сложности. Ты мне не враг, Бэтмен. Я играю с Уэйном. Ну, сними маску, Бэтмен. Покажи, что она дура. Сейчас откуда-нибудь сбоку еще опять какая-нибудь хрень выскочит. Вот она. На. Это средневековые ловушки-то. Ну, действующие. Правда, как ее можно не заметить, целую колонну, потолку привязанную. Здесь не так, чтобы высоко. Вот она. Моя жена. Любопытно, Бэтмен. Я знаю, почему ношу маску. Она показывает меня настоящую, какую я всегда хотела бы. А что ты? А тебе какая? Ты прячешься под маской? Или она помогает тебе быть самим собой? Ты человек? Бэтмен, я настоящий. Или маска. Как мне нужно... Кем мне нужно быть, чтобы сделать то, что нужно? Если ты в это веришь, ты лжешь сам себе. Ты носишь маску, чтобы тебя не могли призвать к ответу. Когда умрешь, я эту маску тебя сниму. На стену повешу эту маску. Но сперва я посмотрю, кто под ней прячется. Да без проблем. Повторяемся. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. У папа была собака. Он ее... Ни хрена себе. Вот такую статую бы нам во двор. Было бы неплохо. Так, эту фотографию я уже видел. Hold on, Alfred. Держись, Альфред. Вы пришли за мной. После того, что вы сказали, я знал, что вы придете.
Как я вас воспитывал. Держись, Альфред. Ты видел, куда она пошла? Она просто исчезла. Я выведу тебя отсюда. Сверху. Блин, не дает мне разобраться. Интересно, как ты с ним разговариваешь? Так фамильярно, Альфред. Такая забота. Для человека, с которым ты раньше не встречался. Так. Это называется состраданием, Вика. Тебе об этом мало что известно. Как по мне, это странно, то, что ты не договариваешь. Ты что-то не договариваешь. Я задаюсь вопросом. Тебе действительно не все равно? Узнать можно только одним способом. Бэтмен, не надо! Заткнись, старик! Ты видел меня настоящую? Твой ход! Докажи, что тебе не все равно! Сними маску! Покажи, кто ты! На! Если ты его это спасет... Охренело, да? Сюрприз! Никто не знал, да? Нет, Брюс. Должно быть, это какая-то уловка. Брюс Уэйн до Бэтмена далеко. Он только о себе заботится. Ну, конечно, теперь понимаю. В маске Бэтмена ты можешь охотиться на слабых и беззащитных. Вот как ты вот все переиначила? Вот тут все. Слабые и беззащитные. Вообще-то вооруженные преступники, которых хрен завалишь. Какие они слабые и беззащитные? Я не знаю. А если бы я не оказался Брюсом Уэйном? О, молодец, мы тебя поздравляем. Ты, блядь, тварь дулихая. Как твой отец. Настоящий Уэйн. В тебе нет ничего геройского. Так. Вот так. Подними других в своих проблемах. Страдать довелось не только тебе. Думаешь, я стану слушать твои поучения? Твои? Именно твои? Хватит! Гуляй, Вася, щипай травку. Ха! Сейчас я тебе дам. Так. Опа! Блок. Видал? Ну-ка, не бей его. Хватит врать, хватит разговоров. Осталась одна правда, и это твоя смерть. Это твоя смерть. На. Ну, что-то я был уверен, что я не попаду. Она же там тоже, охренеть, как дерется. На что я рассчитывал? Так. Да нет. Я тебя похороню! Хрен тебе лысого! На! 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 Попоньки! Попоньки! Так, присядь! Прыгай! Блин, ты здесь все разнесешь своим энергопосохом! Попоньки! Попоньки! На! Ой-ой-ой! Мне больно! А, точно у него энергоботинки же еще, охренеть. Тоже нехилый люлей может эти ботинки туда насувать. Но я не панин, я ей не дам спуска. Хопаньки. Получи. Ребра меня переломал. Так, чтоб ты встать не смогла. Вики, стой! Все кончено! Ничто не помешает мне отомстить! Какая ты дурочка! И заколочка! Такая технология, она надо использовать только для себя там где-нибудь. Богатей? Нет! Решила какой-то херней заниматься. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй. Блин. Ты не пропускай давай удар-то. А то я успеваю нажимать, ты не успеваешь уворачиваться.
На. Бум. А я попал. Нехило. Ой, как нехило. Так как я сильный, и физически крепче, я должен вроде переломать челюсть. Успевай. Так, вот твое место, потерянное, забытое. Брюс, вот твоя могила, и Готэм не станет горевать. Здесь и закончатся грехи смерти Уэйна. Я сейчас кину посох. Опа, а нет, прыгнул. А вот хренушки тебе. На. Не успела, да? Крутанулся сейчас вместе с памятником. Он тебя и задавит. Ой-ой-ой. Хватай дворецкого и беги оттуда. Забирай свое. И беги. Уноси свои ноги. Давай, Брюс. Она уходит. Куда? Я вижу твое истинное лицо. Я никогда тебя не поверю. Никогда тебе не поверю. Какое ты лицо видела истинное? На. Бежим, Альфред. Альфред. Блин. Шевелись давай. Возьми его на руки. А, ты, блин, больной. Как ты дрался-то? Итак, что о нас теперь пишут газеты? Я же помог все-таки полицейским, остановил леди. Ну, хотя труп, не знаю, нашли, не нашли. Прошла неделя. Хрен его знает, что говорит. По-английски не бульмеса. Мэйк, Архам Сити, видим там. Мисс Вейл is missing and presumed dead. Что? Призумности виновности бахали. И смерть замкнута, конец господства террора детей Аркхема. Если люди бы знали хотя бы половину всего этого. Хорошо, что они не знают. Какие-нибудь вести от мисс Кайл? Не думаю, что она выйдет на связь в ближайшее время. Со всем, что творилось? Я так и не поблагодарил вас за то, что вы пожертвовали ради меня своей тайной. Но это было очень опасно. А ты мне дорог, Альфред. Вы могли потерять... Так, она унесла мой секрет могилы. Так, я сделал это ради тебя. Давай. Тайна, от которой вы так долго работали, могла исчезнуть. Без тебя ничего бы не получилось. Ты моя семья. Вы не представляете, как здорово слышать это от вас. После всего, что случилось. И ваше ухо. И, по крайней мере, от него что-то осталось. Доктор Томас заверил меня, что это добавляет мужества, как драный кот. Да, это так. Ну вот теперь про него. Мы справились с этим, Брюс. Справимся. Не упускать из виду тот факт, что вы совершили для Готэма нечто по-настоящему хорошее. Не упускать. Так. Теперь Готэм стал безопаснее. Я лишь надеюсь, что этот мир продлится долго. Нам всем стоит немного насладиться миром. За мир. Урон, нанесенный детьми Архема, составил Готэм в смятении. Вчера в тех, кто находился у власти, возможно, пошатнулись навсегда. Вера. Исполняющий обязанности комиссар Джекс Гордон пообещал рассказать о проблеме сегодня в ходе срочного обращения к городу. Я надеюсь, что несмотря на обрушившийся на город ужас, хрен прочтешь, лучшие граждане Готэма выйдут оказать поддержку.
Будет ли его назначение достойным для того, чтобы вернуть доверие города? Время покажет. На эксперты сходятся во мнении, что... Да какие эксперты? Гордон попросил лидеров Готэма поддержать его. Как, правители города сказали, мы стали жить лучше. Горожане сказали, мы за вас рады. Таких лидеров, как вы, пусть Готэм увидит, каков Брюс Уэйн на самом деле, и пусть они знают, что вы собираетесь сделать ради будущего города. Это может стать новым началом за вас и за ваш город. Хотя в Готэме есть только один человек, который может сделать так же много, как Уэйн. Это Бэтмен. Вы невероятно помогли этому городу, как Брюс Уэйн и как Бэтмен. И этим человеком, он носит плащ или нет, я очень горжусь. И для меня честь называть его своим другом. Так. Спасибо. Вот такой счастливый кончик, да? Так что же вы собираетесь делать сегодня? Ну, Люциус еще не изобрел костюм, который позволил бы Брюсу Уэйну и Бэтмену быть на одном месте одновременно. Быть в одном месте одновременно. К большому сожалению. Полагаю, вы должны решить, чье присутствие будет более ценным. Как Брюс, вы сможете нейтрализовать ущерб, нанесенный вашему имени, получить поддержку общества, чтобы вы смогли изменить... Но Бэтмен — это символ справедливости и силы. Возможно, в эти темные времена это то, что Готэму нужно больше всего. Нет, Брюс Уэйн. Поможем городу. Проявиться как Брюс. Сообщи Гордону, я буду присутствовать как Брюс Уэйн. Вы производите впечатление. Гордон будет признателен. Правильно, пора восстанавливать имя-то. Это что это? Только одни обвинения в мой адрес. Отдел полиции Готэма. Отдел полиции Готэма 0005. Это, ну, кстати, у них есть такая манера. Они не по 24 часа мерят, а по 12 часов. Да. Вот такие... Азиаты, кстати, также мерят. Не 13 часов, а час дня. Комиссар Гордон. Они здесь. Комиссар Гордон. Эх, не звучит. Не волнуйся. Да? Спасибо, что пригласили меня, комиссар. Что у вас с ухом? Серьезная рана. Порезался, когда брился. Что же вы бреетесь? Бензопилой? По правде говоря, я не ждал вашего звонка. После той неприятной ситуации у вас в особняке. Я знаю, что Харви был вам близким другом, такая потеря. Я не стал бы вас винить. Реши вы лечь на дно. Давай. То, что вы сделали, ни для кого не секрет. Всем стало ясно, что Брюс Уэйн не просто какой-то плейбой. Общественное мнение, то и дело, меняется. Да плевать на них. Скоро вы снова станете золотым мальчиком Готэма. Так. Людям пора узнать, кто я на самом деле. Готэм не обязан любить меня. Давай-ка вот так вот. Пошла признать прошлое моей семьи. Взять на себя ответственность за то, что сделал мой отец. И тогда мы все сможем двинуться вперед. Знаю, что это нелегко, но я рад, что вы здесь. Я подумал, что Бэтмен тоже мог бы тут появиться. Приятно было знать, что он следит за происходящим здесь. Так. Давай вот так вот, пока ламбурим. Не говоря уж о том, какое впечатление произведет на публику. Жаль, что его здесь нет. Я бы не просил с ним встретиться. Да? Но он не слишком разговорчив. Вас уже ждут, комиссар. В такие времена, как нынче, кажется, что сохранять надежду невозможно. Но я надеюсь, что вместе мы сможем восстановить утраченное.
За последние несколько недель я видел много насилия и террора, но видел также и члены нашего общества объединяются, чтобы бороться с угрозой. Одним из таких людей был Брюс Уэйн, маленький член Готэма. Благодарю вас, комиссар Гордон. Тяжелая работа. Да. Сегодня я хочу выразить свою поддержку не только исполняющим обязанности комиссара, но и всему городу. Многие из вас понесли ужасные утраты. А многие из их и нанесли сами еще. И часть этих утрат случилась по вине моего отца или по меньшей мере в результате его действий. Так. Ну давай, попросим прощения всяко. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы попросить прощения. Сказать вам, что очень сожалею о той боли, которую семья Уэйнов причинила нашему обществу. Если недавний инцидент с Харли Дентом чему-то меня научил, то только тому, что я не могу больше сидеть в стороне. Кстати, а почему вы не записываете? Я, блин, тут каюсь перед вами, вы не записываете, твари. Писаки, бумагоморатели, богатство моей семьи построено на чужих страданиях. Думаю, пришла пора вернуть долг. Я намерен использовать свои ресурсы для того, чтобы сделать лучший город и жизнь его обитателей. И ради этого... Так, более сильная полиция Готэма. Более тесное сотрудничество между департаментом полиции и Wayne Enterprises даст полицейской поддержку, навыки и оборудование, необходимое, чтобы Готэм стал безопаснее, чем когда-либо. Полиция Готэма станет технологически самым развитым правоохранительным департаментом в стране. Потому что гаджет в граждане Готэма. Правда, ну что-то в этом роде. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Кто за рулем? А ты кто такой? Что за усач? Полосач. Очистить площадку. В камеру этого ублюдка. Вот такое, опа, от удара, видели, как ушел? Оп-оп, и ушел. Опа-опа-опа, и ушел. Всего несколько минут назад Брюс Уэйн произнес воодушевленную речь, которая завершилась попыткой его убить. Он так классно выглядит. Вышел все-таки. До скорой встречи, Брюсик. Вот так вот, вышел он все-таки. Так, Город Света, эпизод 5. Чё, закончилось, да? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Ну, я даже не знаю, как вот в эту игру кому-то нравится играть, кому-то нет. Можете просто её посмотреть, потому что, ну как, это как комикс. И такое, у меня такое ощущение, что что бы вы ни выбрали, сюжет будет один и так же. Получить обзор моего сезона. Так, щелкните. Анализ ваших показателей. Полон сострадания 100%. Хитер 70%. Так, сотрудничает 70%. Полон сочувствия. Ну, неплохо. Итак, мы, как я понимаю, завершили очередную игру Бэтмен. Итак, подписчики меня уже попросили другую игру попробовать. Вот. Ну что ж, я на поиске этой игры. Качать, устанавливать. А вы пишите ваши комментарии, оставляйте отзывы.